Роды по-немецки. Часть первая. Die Geburt или die Entbindung. Роддом. Die Geburtsklinik. Родильная палата. Der Kreissaal. Акушерка. Die Hebamme. Я беременна. Ich bin schwanger. У меня схватки каждые 5 минут. Ich habe Wehen alle 5 Minuten. У меня отошли воды. Ich habe einen Blasensprung. Или das Fruchtwasser geht ab. Мне нужны ваша карточка медицинской страховки и материнский паспорт. Ich brauche Ihre Krankenversicherungskarte und Ihren Mutterpass. Какой у вас срок беременности? Welche Schwangerschaftswoche haben Sie? Пускай не перестарайся, а то я не могу. Так, а где я была? Ну, ты потом посмотришь. Welche Schwangerschaftswoche haben Sie? Я на 32-й. Не на 38-й, а не на 32-й, Лукас. Все. Я на 32-й неделе беременности. Тьфу ты, на 32-й, на 38-й неделе беременности. Что ж это такое? Ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche. Ё-моё.